не некромант. Нам навязывают, да опять, да опять. Да я буду 100 раз вам говорить, пока вы не поймете. Потому что... Это ответ Головальской селищной рады. Только одно село в районе, это Троянка, дало добро на создание территориальной громады объединенных сел селищных Головальской. Откуда они взяли? Один район — это громада. Они нарушили все законные эти самые, как их, реестры, что угодно, они все нарушили. Они протащили это в течение месяца. Из 3 громад сделали одну громаду. Сделали, ввели в Аману, Кировоградское областное управление. Сделали какой-то дурдом со своими рабочими группами. Нарушили, их надо судить, этих людей. То есть надо их хватать с их израильскими паспортами нахер. И это самое, уже заниматься ими, чтобы ими занимались. Потому что они чувствуют себя, потому что не накрали денег, строят какие-то элеваторы на ваши деньги. Они издеваются над вами. Они издеваются над вами, где-то мудрят носы, только в этом самом Головане делают какие-то там дорожки пешеходные. Разбирают какие-то эти самые за 3 миллиона. Сходы в больницу делают за 8 миллионов. Я не знаю. Конечно, они будут это делать, им это очень нравится. У вас очень вкусные деньги. Потому что у вас нет ума и мозгов спросить за свои деньги, понимаете? То есть пока не будет у вас громады, любые движения здесь — это ерунда. Потому что денег у вас больше не станет. Пусть Михаил Дмитриевич придет и скажет, умеете вы работать, не умеете вы работать. Это первый зам РДА. Почему у вас, кто придумал, что 7 тысяч населения имеет такие бюджетные поступления в Фалуже? Спасибо.